Ну вот, сырой горбыль, скорость подачи была 20 метров в минуту. Вот. Можно больше. Но тогда получается, количество зубьев надо увеличивать на филе. Вот, до 30 разгонять. Так вот, такая вот доска получилась. Значит, три реза тоже можно делать, просто у нас в наличии две пилы только. Ну, если надо было бы третью сделать, можно было третий рез тоже сделать. Вот. Ну, а так все отлично. Эксперимент удался. Шикарно. То есть сейчас на скорости 30 метров пилили в минуту. Ну, в принципе, и даже как бы и поверхность хорошая. Горбыльная линия называется GL400. Значит, здесь у нас что? Цепная подача, толкатель, центрователь горбыля, обрезной узел, разобщение идет срезок и лафета трехкантного. Вот, дальше тут когтевая защита и делительный блок. Делительный блок, собственно, здесь на выходе мы дощечки получаем уже обрезанные. Вот, вот сейчас, значит, здесь максимальная длина заготовки у нас получается 1,80 м. В общем-то, можно эту линию сделать универсальной, то есть и для длинномера, и для короткомера, для палетных досок. Ну, например, если у нас идет береза, мы из нее можем делать палетные дощечки. Если будет сосна, да, то мы можем что? Горбыль перерабатывать на длинномерную обрезную доску. Ну, при этом нам надо тогда будет увеличить стол подачи, секцию разобщения, и на выходе тоже станет длинный столб.